Я буду ставить искусственное. Почему? Ну, жалею деревце, которое срубили в лесу. Мне жалко. Искусственно будем елку ставить. Почему? Дома, потому что лежит, зачем живую тогда покупать? Детей нету, радости так не особо нужны, поэтому искусственно. Если были, конечно, дети, то там по-любому для детей нужна живая елка, чтобы это было как-то радость праздника. А так, ну, ни к чему живую покупать. Я бы предпочитала живую, но сейчас они очень ценные, дорогие, во-первых, а во-вторых, жалко. В последнее время ставим искусственную. Чего? Практичнее. Ну, а для запаха, конечно, приносим ветки домой еловые, чтобы было хоть какой-то аромат Нового года. Лучше искусственную, мне жалко их рубить. Мы живую елку ставим всегда, каждый год. Нам нравится лучше живая. Она как-то и пахнет вроде природой за целый год, который мы ждем. Вот, и наслаждаемся. Очень любим живую.